Друзья мои, сегодня я хочу поговорить с вами, естественно, о вопросах здоровья и, соответственно, о недомыслии людей в этом плане. Ну, смотрите, как вроде люди умные, да, зарабатывают себе на жизнь, покупают машины, имеют любовниц, имеют все, имеют дома, имеют это самое. И абсолютно вот со всем этим богатством отправляются в могилу. Ну, непонятно, почему люди не хотят заниматься собой, да? Все, что связано с вопросами онкологии, вот на данный момент, я когда-то еще лет 20 тому назад говорил о том, что эра антибиотиков пройдет, потому что антибиотики не будут действовать, да? То есть, как рассуждает богатый человек? Я вас, сука, нахую вертел, блядь, надо будет, я здоровье это куплю. В общении с клиентами я очень часто такое слышал. Я куплю себе здоровье. Нет, здоровье купить невозможно. Потому что матрице так неинтересно, блядь. И Всевышнему тоже неинтересно. Он говорит, ты должен работать, да, ты должен разбираться. Но человек умный, блядь, только в некоторых деталях каких-то. Как надурить партнера, как купить новую квартиру, как посчитать, какая машина лучше, где занять денег и желательно не отдать эти деньги, как наебать, как обмануть, как рассказать кому-то какую-то херню. А так вот он не может ничего. Бодибилдеры, блядь. Они же хотят наебать всех, они же хотят, сука, сажать какого-то говна, да, а потом, соответственно, на этом заработать деньги, да. Ладно, человек дурит других, да, обманывает, но тут человек обманывает сам себя. Мы говорим о здоровье. Но здоровье это же не то, что можно купить за деньги. Прежде всего, почему у человека нет мозгов? Мой канал не смотрит никто. Ну, считанное количество людей вы сами видите по просмотрам, да? Но я делюсь с людьми тем, как избежать онкологии. Рассказываю им по поводу ядов, да? По болиголову просмотров нету никаких абсолютно, да? А болиголов это то, что спасло меня от смерти. Ну как можно говорить, ну люди не хотят вообще, не клиенты, которые, дайте что-то выпить, блядь, чтобы я был здоровым. Среди моих знакомых много богатых людей. Но это жесть просто-напросто, понимаете, что такое жесть? Они уже стоят на грани смерти и все равно, сука, покупают новые машины, все равно дрочат на эти машины, блядь, все равно счастливы от этих машин, от этих домов, от этого всего. Какой смысл? Покупают детям эти, растят детей, недоносков, блядь, мажоров, которые потом сбивают на улицах этих несчастных пенсионеров или этих электорат этот, нахуй ненужный абсолютно, да? Они все равно это делают. И при том всем, что они такие считающие себя умные, блядь, они абсолютно не думают о своем здоровье. Ни под каким соусом. Просто тупо втыкают, блядь. У меня знакомый умер на любовнице. Утром я помогал ему куртку застегнуть. Вечером он уже втыкнул на ней. Обоссался, обосрался, блядь. Так следователи его и нашли, блядь. Видимо, выезжала опергруппа, я так понимаю. Обосранный лежал, блядь, на любовнице. Его вопросы личностного роста и вопросы, не дай бог, оздоровления своего собственного не интересовали. Он считал, что он самый умный, блядь. Человек умер в 60 лет. Так вот мне непонятно вообще-то, на что рассчитывают эти богатенькие, сука, красавцы, блядь, которые не занимаются ни духовностью, ничего, а только наживанием денег. Чиновники, бизнесмены, всякая там мразь, блядь, которая, сука, сосет кровь, блядь, из других, да, они постоянно только думают о деньгах. Представляете, да? И они при этом говорят, что они умные. Так им, пидорасам, и надо. На сегодня все.